Привет, YouTube! Меня зовут Идиятов Сергей, и всю свою сознательную жизнь я посвятил информационным технологиям. Сегодня мы попробуем развернуть базовую конфигурацию AD. Ну и начнем мы с установки операционной системы. Логинимся и сразу идем настраивать сетевой адаптер. Устанавливаем IP-адрес, маску и в качестве DNS-сервера самого себя. Устанавливаем имя нашего будущего домен-контроллера и перезагружаемся. Сначала, соответственно, устанавливаем роль, а потом промоутим сервер до домен-контроллера. Указываем новое имя нашего будущего леса доменов, пароль восстановления DSRM и NetBIOS имя домена. Остальное настраиваем по вкусу и продолжаем. После успешной установки сервер у нас перезагрузится, а мы после перезагрузки выполним вход под домен-админом. Логин и пароль прежние. Как видите, у нас появился каталог, и в организационной единице домен-контроллера появился наш домен-контроллер. Теперь идем включать в домен второй сервер. Настраиваем сетевой адаптер, прописываем IP-адрес, маску и в качестве DNS-сервера указываем наш единственный пока домен-контроллер. Проверяем связность. Видим, что домен-контроллер у нас доступен по сети и откликается на пинги. Идем переименовывать машину и одновременно включать ее в домен. После перезагрузки устанавливаем на наш сервер роль и повышаем его до контроллера домена. Естественно, после повышения сервер наш перезагружается, и вуаля, у нас рабочий домен. Теперь на обоих контроллерах домена исправляем сетевые настройки. В качестве первичного DNS-сервера устанавливаем нормальный IP-адрес нашего сервера, не loopback. В качестве второго указываем соседа. Разумеется, проделываем это на втором сервере.
Не забываем включить корзину, она нас много раз еще спасет от случайного удаления объектов Active Directory. Сходим в сайты и сервисы для того, чтобы создать подсеть для нашего дефолтного сайта. Проверяем, что для репликации создались коннекторы автоматически, и проверяем, что домен-контроллеры стали глобальными каталогами. Также не забываем создать зону обратного просмотра и проверить, что домен-контроллеры могут там зарегистрировать записи. Отлично, теперь идем и делаем центральное хранилище шаблонов групповых политик. Ну вот, собственно, и все. Если кайфанули от контента, подписывайтесь и ставьте лайки. И до новых встреч. Пока!